готов нам помочь, приглашается Сатара Прадик. Готовится Илья Ников Антон. Попытка неудачная. А на штангу 157,5 килограмм. Высота стоит та же четвертая. Готовится Игорь Ников Антон, далее Васильев Даниил. Без готов на помост приглашается Игорь Ников Антон. Готовится Васильев Даниил. Вес на штангу 162,5 килограмма, высота стоек остается та же, четвертая. А Васильев Даниил готовится к третьей попытке. Вес готов, на помост приглашается Васильев Даниил. Быстрый безлимит, на тарифах включайся. Мегафон. That's not really her style. And they all got the same heart, but hers is falling behind. Даниила можно поздравить с выполнением норматива мастер спорта. Поздравляем. А на штангу 187,5 килограмм. Готовится Пряничников Дмитрий. Высота стоит пятая. Вес готов, на помост приглашается Пряничников Дмитрий. А вес взят. Поздравляем Дмитрия с удачным выступлением в рамках команды Ростресурса. Так, третья попытка спортсменов с ФО. Вес на штангу 72,5 килограмма, высота стоек 6. Готовится Акбашев Александр.
А вес готов. На помост приглашается Акбашев Александр. Удачное выступление, Башев Александр, попытка засчитана, а на штангу 90 килограмм. Высота стоит даже 6-я. Готовится Круглов Сергей. Несмотря на недавно пройденную операцию в Чебоксарском травматологическом центре, восстановленные связки, мышцы, Сергей продолжает выступать на соревнованиях и тренироваться. Приглашаем на помост Круглова Сергея. Аплодисменты. Попытка неудачная. А на штангу 125 килограмм, высота стоек остается та же 6-я, готовится Бердников Николай. А вес готов, на помост вызывается Бердников Николай.